156 фактов перемещения контрабанды выявили саратовские таможенники. Контролирующие органы Приволжского региона отчитались о работе за 9 месяцев. Всего изъято более 17,5 килограммов наркотических средств. Более 80% объема наркотиков приходится на международные почтовые отправления. Большая часть прибывает к нам из Китая. Промышленность страны постоянно синтезирует новые вещества, на которые нет запрета в России. Кроме того, за январь-сентябрь контролирующими органами изъято 3,5 тысячи частей огнестрельного оружия. А после введения санкций сотрудники таможни также выявляют схемы незаконного ввоза товаров. Не так давно у нас тут саратовская таможня выявила ввоз мяса под видом шпика замороженного. Страна происхождения заявлялась Бразилии, по нашей информации это Евросоюз. Вот буквально, наверное, мы проводили анализ. За сутки только через Маштаки самарской таможни въехало около 150 тонн мяса.